Организаторы конкурса Eurovision разместили на своей официальной странице в соцсетях композицию «Inimon Stinga» молдавской группы ЧМД. Как указано в презентации работы молдавских исполнителей, «Inimon Stinga» является антивоенной песней, и она посвящена конфликту, который произошел в Приднестровье в 1992 году. Группа заявляет, что эта тема в Молдове никогда не упоминается после гражданской войны, которая была самой ужасной и бессмысленной. Война никогда не приносила счастья. Люди умерли. А политика чистых рубашек по-прежнему не хочет понимать, что мы люди с обоих берегов Днестра и хотим жить просто с друзьями, работать и не заниматься политической интригой. Группа не поддерживает ни одной из сторон конфликта, а рассказывает о том, что люди против своей воли вынуждены стрелять друг в друга, хотя вчера мы жили в одной стране. Отмечается на официальной странице конкурса Eurovision в соцсетях. Группа ЧМД объединяет молодых исполнителей из молдавского города Бельце.